дням из Украины. У нас тут сегодня распаковочка поступления в коллекцию каких-то радиоустройств. Чего это такая коробка? 7 штук чего-то. Так, ладно. 7 штук чего-то. Ой. Вот тут у нас что-то такое интересное. Смотрите. Это радиоприемник сувенир. Типа телевизор. Что-то он пока ехал немножко. Раскрылся. Кулебакский завод радиоузлов. Настройка. Видимо, на какую-то одну программу себе настраиваешь и радуешься. Наверняка где-то еще должны быть батарейки. Довольно-таки интересное устройство. Первый раз такое вижу. Достойное пополнение коллекции. Гастроли. Фотография какая-то странная. Не узнаю это место. Может, я там никогда и не был. Так. Нравится. Еще один девайс. Радиоприемник кварц 206. Такого у меня еще не было кварца. Кварц 206. Двудиапазонный. Амплитудная модуляция, средние волны, длинные волны. Ну, как обычно, переключатель. Питание. Громкость. Щелчок. Включение. Ну-ка, батарейки ставим ради интереса. 3 батарейки. Короче, кино не будет, я так понял. Но, в общем, что-то надо смотреть по электронике. Окей. Идем дальше. Ого, тут у меня еще несколько интересных девайсов. О, это я давно хотел купить уже. Такая все как-то не мог поймать. Свирель. Смотрите, какая у нее шкала интересная. Ни о чем. А, меняется даже вот такая маленькая стрелочка. И она там что-то крутится и показывает. Значит, и громкость якобы регулируется. Так, какой тут диапазон этой свирели не написано. Скорее всего, средние волны. От чего она питается? Она питается от двух батареек. Секунду. Мертвый. Мертвецкий пьяный приемник. Но интересный. Ладно. Что тут еще дали мне? Дали. Так. Бумажки. Не терпится мне пораспаковывать. Оу, это тоже давно хотел. Это, правда, не в том состоянии, что я хотел. Это радио Олимпик 305. Он редкий. Я там хотел купить один. Три диапазона, в том числе УКВ, ну как бы советского диапазона. Хотел купить, но там другой конкурент перебил по деньгам очень сильно. Но тот был с антенной, здесь еще должна быть антенна телескопическая, а здесь крышка, батарейка. Но вряд ли он работает, тут какой-то провод торчит. Но все равно интересно, что это за радио такое. В принципе, в конце до конца питания мы приложим. Об антенну какую-нибудь можно вкорячить и, по крайней мере, послушать. Так. Олимпик 305. Очень распространенный Олимпик 402, а 305 очень редкий. Мишутка. Мишутка радиоконструктор. Посмотрите, как он выглядит. Такая-то женская мишутка. Такой цвет фиолетиво-тенький. Ну, даже потроха. Вроде как хорошая. Секунду.
шипит. Никогда так неустойчиво шипит, зашипел и перестал. Почему так все идет, я не знаю. Наверное, надо будет почистить колодку. Ну, в общем, шипит — это уже плюс, это он практически рабочий. Так-с. Не шутка. Такое очень простенькое радио. Ничего такого особенного. Кстати, двухдиапазонная даже, средние волны, длинные волны. Ничего такого особенного, ну а кому-то нравится. А, тут еще не все, тут у меня еще есть. Тут у меня еще есть. А, тут у меня еще есть вот такое. Это, короче, всякие, вот такой старый Юпитер. В таком упадочном состоянии. И это тоже старый Юпитер в упадочном состоянии. И там еще какие-то платы от Юпитеров. Это просто ремкомплект. Это мне интересно. На этом как бы пока получается все. Пока-пока. Если вам нравятся такие распаковки, напишите в комментариях и ставьте лайки.